Андрюха. Не, рукой, рукой тащи, маску влип, в карман положи. Влип. На Андрюху не знаю, кто его спасет. Кто его, Андрюха, не вытащит. Кто его сможет? Маску прячь, это из-за маски ты встрял. Если был без маски, прошел бы, находом бы проскочил. Хорошие места, вы хотите, чтобы мы тут ехали? Есть, да, пошел назад. Тут он копнул уже. Думаешь, следующим будет веселее. Так, ну у нас все хорошо. Упёрся на заднем ходу. Сразу надо разматывать было, лебедку не сматывать. В руках подержать, да? Так. И что? Лебедка натягивается. И не натянулась. А что не натягивает? Подожди, подожди, стой, стой, стой. Так близко не подходи, он задавит тебя, остановись. Да, да, только телефон выживет. Все, можешь подходить. Пробуй назад. Назад давай. Блокировки нужны. О, хорошо, давай, давай еще. Не, руль, не, вывер... не, руль, руль выверни. Влево, влево руль. Хорошо. Пошел влево, влево, влево. Назад, видите, руль вывер. Так раскорячился. Да, проваливается. Влево руль, влево. Влево руль. На изломку. Стой, 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 сдай назад. Назад сдай. Давай назад и ревняй руль. Ты взад, назад ревняй. Едь и равняй руль. Едь назад и равняй. Зараз щось вирвемо. Вот вот не працюй. Он не включает вперед. Включи передний блок. Передний блок не работает. Да. Еще, еще, вытяни место. А, там на лебеде. Пробуй назад. И назад ревнять руль. Еще влево руль, еще влево. Назад, давай, давай, давай назад. Отпусти лебеду, Боль. Добро. Больше лебеду отпусти, она тебя держит. Еще два, не в ту сторону. Опять не в ту сторону. Могла затянуть. А, тоже кинец троса. Нормально, лебедись можно так. Не, пока колесо. Все. Давай влево, влево руля и лебеда. Руль главное держи. Да, Геленваген. Там он аж подкрыт, этот расширитель уперся, да? Эвакуация, подъезжай, ГАЗ-66. Я не доеду так далеко. Тогда едешь, я верю в тебя. Объезжай сложные участки. О, Андрюха, у тебя с геликом же нет фотографий, да? Уже есть. Залазь на крышу. Залазь. Вдвоем садитесь. Давай я тоже, давай. Пока не, я не сажусь, я придерживаюсь. Я понимаю, если бы Юлиана так села, а то два фраера. Я смотрю, на капоте как-то стало. Во-во-во, пошло, пошло, давай сейчас. Козырек такой моднявый. Да тут все моднявое, решетка какая, номера.
пока не оборвет. А, отпусти назад, дай. Тягни лебедку, сейчас вырвем. Не-не, вырвешься. Нет. Да, колесо, братан. Во-во-во-во. Стой, не надо, давай колесо назад. Колесо хана будет. Давай назад. Здесь, конечно. Давай далеко только бежать. Попробуй выворачивай. Саша! Ты в этом месте все время падаешь, ты заметил? Слышь, это колеса в разные стороны или нет? То колесо куда смотрит? Не разуй. Тянется лебедка? Лебедка тянется. Не, нормально, колеса показалось мне. Давай, давай. Блокировка, она ведь дергается. Не работает. Только на заднем попробуй и все. Вперед и вообще не трогай. А тут тыки будут готовы. Опять мы сравняем. Левочка. Давайте ее оставим, естественно. Ну, в общем, ситуация сложная. Там уже следующие участники начинают идти. Ну, недалеко прошли. Сложно там все-таки. Это гелик за счет больших колес, динамики пролетел там начало. И то, что был первый. Ну, кто-то там коксу дает. Вранглер ракета. Это серьезная машина. Это Юра. Он был на FJ на той неделе. Юля, смотри, переедет сейчас. Он прямо пойдет. Отходи, Саня, Саня, куда ты идешь? Привет. Это серьезно. Что, ты починил? Сейчас узнаем. Вранглер серьезный. Это серьезный пилот. Пищи. Не, Юра. Давайте здесь накидаем машин побольше. И шашига проедет поверху, да? Так, блокировочки включились, видно. Вот это красавчик просто. Да. Блокировки вес решают. 4.0 там бензин, две лебедки. Капитан задняя вообще мощная. Такое ощущение, что она такая здоровая, как будто бы может всплывать. Передний блок, Юра. Передний блок включи. Точно. Ты видишь? Я тебя спас. Я тебя спас. Что? Левая или правая? Не знаю. Короче, там правая, это левая. Что ты справа? А, это левая. А гелик вытащи, подожди, не уезжай. А, или ты на время? Нет, вот я хочу.
Давай на время, а потом гелик приедет. Палка вон там же. Какая? Вон палка, которая на время. А, так еще не то. Ты не до финиша, до финиша не доехал. Возвращайся. Надо за нее подержаться надо. Так, немножко. Все сумбурно, но Мран верстила. Ну тут мы видите в болотах таких. Поехал, вернулся. Вернулся коснуться. Да, мы согласны. Есть, есть. Мы верим, что ты потрогаешь ее. Вот реально. Так, ну подождите. А, по накопанному. Стой, стой. Вот ворота, вот ворота. А, нет, боли. О, какой-то новенький с тобой, да? А? Новенький с тобой какой-то. Хорошо забытый старик. А где ты был, блин? Дома. Прятался от коронавируса? И с вашим счастьем. От дыма, да? Нет. Мы на втором кругу, если что, вытащим. Завтра. Вы стартанули, да? Нам подобало. Не платитесь, я зашел. Да нет, вот за Руслана. Давай, компресс. Тут трос подлиннее, чем на прошлой машине Юры. Тут 50 метров, наверное. Все, бензин закончился. Не есть. Я буду рад дурвать колу. Дай назад. Чуть-чуть колеса выровнять. Я назад. Слышите, надо балласт с заднего сиденья скинуть. А кто там сзади? Нет, цепляйся за гелик. Хранитель телефона. Кто? Хранитель телефона. Да? Ты что такая чистая? Слышь, это ты мыл ее? Да, как? Есть. Вон клемма отлетела, контакта нет. Клюк, посмотри. Не, сел контакта, в аккумулятор. Наверное, гелика, можете подъехать прикурить? Что за нафиг? Давай. Я говорил сразу. Юрчик, карманы тут такое решение. Смотрите, видите, что? Да там что-то, блин, не то. Ну подожди. Толя. Только УАЗы тут смогут проехать. Почему они не хотели 4-0. А ну. Нет, ты крути, а он пошевелит. Да нету, все как положено. Просто сел надо. Я знаю, где аккумуляторы продают. А кто сказал, что сюда надо ехать? Не, вы сильно быстро шли, вы понимаете, что вообще? Да я слышу, что там. Так тут ленты, алло, если вы на этот, то тут ленты надел. Не бачу. Да вон, как раз возле твоего крыла. Не, вот это я видел, так я думал, там. Нет, нет. Там не было лент. И там вторая. Специальная колея. Так, ладно. Не, ну мы скажем, что ты по маршруту шел, не очку. Леня едет, сейчас всех спасет. Сейчас спасет Леня. Понял, гелик стал. Тихо, тихо, дети смотрят. Влево надо.
Давай, давай, ремняйся. Смотри, правое поле. Пусть Леня тебя вперед цепляет. Что, пробуем? Саня, ты там опасно стоишь. Леня идет. Знаешь, Руслан? Очковые кобры выпускают. Леня, дай блок. По-моему, будет третий. Подходи. Ловим третьего? Да. Там приедет Сюсюга и всех спасет, да? Да, сюжет закручен сегодня. Мы старались. Да, Макс приехал. Леня, руль влево крути. Да, не возьми блок. Куда там летит? Бог, чтоб Сюсюга хоть сюда доехал. Тогда едет Сюсюга, это серьезная машина, иномарка. Почти. Блин, красавчик, ты видел? Сейчас он всех спасет. Братик, твоя миссия всех спасти, не надо дерево трогать. Трогай дерево. Да. Блин, я вообще поеду сегодня, я вторым местом занимаюсь. Едет. Едут, едут, едут. Антон, а есть шаг? Так, Леня коснулся. Ленты тут, ленты тут. Все, ленты там, вокруг. Не, вот ленты трасса. Такой же умный один был. Ему пришлось вернуться. Там есть, проезд сзади. Леня, там есть, вот сзади проедь. Есть объезд. Мы не на корову соревнуемся, а на лужу. Так, я его остановил. Леня в дерево упирается. Я говорю, что у меня нет всего. Это вот такой трос. Да, в пол. Куда? На Слепова. Едь сюда. Приезжать можно, тут лента какие-то. Ну да, ворота, да, ворот. Приезжать можно где угодно. Так, Леня. Чуть не проехал. Блин. Ну, шел хорошо. Куда он сейчас едет? А ты пока... Все готово. На перчатки. Натяни мне этот строк, чтобы я смотал его. У Ранглера сел аккумулятор, надо прикурить его, подъедьте, прикурите.
Леня ж на время идет. Так, ну тут, тут жестко. Лента вот, куда, куда, вот лента, две ленты, вот между ними надо. Куда вы поехали? Что это? Вот две ленты, между ними надо проехать. Вот, блин, аферисты. Нужен глаз да глаз, блин. Ты поняла, как они ездят? Нифига, я так не... Я вам дорогу перебежал, все. Хотели на шару проскочить. У меня так не пройдешь. Хотели проскочить между... Вот так вот. Кубик отдыхает. Круто едет. Так, слушай, давай дальше вот там, за то. Да не, они сейчас проедут. Там так будет лучше, все равно. Планируйте, среди дисквалифицированных вы первые. Так, пошла движуха. Ну тут очень хорошо, тут просто. Подровняй, да, вот. Все, хорош. Так, сегодня оффроуд у нас интересный. Места просто бомба, конечно. Что тут скажешь? И Леня борется за победу. Ну что там происходит? А, достал. Ну, практически достал. Гелик? Да. Гелик выкопался? Сейчас гелик через... выкопается, нам вы поедете. Через кору. Кора сыграла. Важную. Так, выехал. Прям, Андрюха, да? Не, рукой, рукой тащи, маску в карман положи. Влип. Андрюху не знаю, кто его спасет. Кто его, двумя кто руками, его, Андрюха, не вытащит. Кто его сможет. Маску прячь, это из-за маски ты встрял. Если был без маски, прошел бы, на ходом бы проскочил. Хорошие места, вы хотите, чтобы мы тут ехали? Огонь, так, Леня пошел. Пошел на финиш, там уже ходом, наверное. Пока из объехавших он лидирует. Сейчас тут гелик должен быть, у него тут самое интересное. Так, подлебедились немножко. И финиш вот тут рядом уже. Какой-то мужичок снимает.